Мать Алексея Навального обратилась напрямую к Владимиру Путину с просьбой вернуть тело ее сына. Она и соратники российского оппозиционера утверждают, что власти не предоставили никакой информации о его смерти. Людмила Навальная записала обращение к президенту России у ворот тюрьмы, где умер Алексей. За моей спиной находится колония ИК-3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день, я не могу увидеть его. Мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить. Несмотря на риск ареста, в разных городах люди продолжают возлагать цветы к мемориалам в честь самого яркого критика Путина. Его вдова Юлия ранее пообещала продолжить дело супруга, а также назвать имена тех, кто, по ее словам, убил Алексея Навального. Во вторник аккаунт Юлии Навальной в социальной сети X был временно заблокирован. Чем это было вызвано, платформа не объяснила. Тем временем МВД России снова объявило в розыск живущего за границей брата Алексея Навального Олега в связи с возбуждением в отношении него нового уголовного дела. Какого именно, не сообщается. 3 года назад он получил год лишения свободы условно за призывы участвовать в несогласованной акции в условиях пандемии.